В Москве прощаются с Евгением Евтушенко. Гражданская панихида сейчас проходит в Центральном доме литераторов. Так, после церемонии прощания кортеж с гробом поэта отправился в подмосковное Переделкино. Отправиться в подмосковное Переделкино именно там, недалеко от могилы Бориса Пастернака, и завещал себя похоронить знаменитый шестидесятник. На отпевании и похоронах будут присутствовать только родственники Евтушенко. Это решение семьи. Первыми проститься пришли супруга и сыновья поэта, но ведущий панихиды — бывший министр культуры, профессор литературного института имени Горького Евгений Сидоров. Я напомню, что Евгений Евтушенко скончался 1 апреля от онкологического заболевания. Вначале с Евгением Александровичем простились в Америке в одном из залов университета в Талсе. Там он преподавал и жил последние 25 лет. Сегодня с Евтушенко простятся российские читатели и друзья. Очень много желающих прийти, возложить цветы, либо же просто проститься, прикоснуться к гробу и сказать последние слова. В память о поэте в социальных сетях уже запустили акцию с хэштегом «Читаем Евтушенко». Автор этого проекта — актер Анатолий Белый. Ну и ожидают, что известные строки первого супруга Беллы Ахмадулиной и последнего шестидесятника прочтут Евгений Миронов, Сергей Безруков, Максим Виторган, Алена Бабенко, Виктория Толстоганова и многие другие. Ну, мы можем видеть в прямом эфире, как прощаются с поэтом, что действительно очень много людей. С 11 часов, кроме родственников, пустили в зал прощания всех желающих, и ожидается, что изначально в 13, но, видимо, продлили церемонию прощения на более позднее время. Гроб с поэтом отправится в Переделкино, как раз как завещал Евтушенко. Его похоронят рядом с нобелевским лауреатом, известным поэтом-прозаиком Борисом Пастернаком. Последняя книга Евгения Евтушенко — «Берингов тоннель». Это истории самого Евтушенко из детства, либо из времен его жизни в Америке, времен его приезда в Америку, когда он еще жил в СССР постоянно и встречался там с президентом Никсоном, с многими видными людьми, давал там концерты. Вот это все легло в основу книги, которую он называет «Связью между Россией и Америкой». Это как Евтушенко неоднократно заявлял, что между Россией и США гораздо больше общего, нежели чем привыкли мы считать. Также выйдет и пятый том антологии русской поэзии, которую Евтушенко составлял последние годы. Это собрание лучших золотых поэтических стихотворений, от слова «Полку Игореве» до последних стихотворений, будь то Евтушенко или Бродский.